Теперь поговорим о линейке помп фирмы Unistar, модель POWL 3 и 3 с литером L. Значит, в чем их отличие? Так же, как и в предыдущих помпах, то есть это отдельно механическая часть, вот, и механическая часть с фильтрующим элементом. Значит, как заявлено производителем на таблице, то есть данная помпа перекачивает 1400 литров в час. То есть, ну понятно, что такая производительность помпы уже для аквариума с растениями не подойдет, так как аквариум должен быть минимум 700 литров. Вот. Значит, такие производительные помпы ставятся уже на аквариумы от 300 до 500 литров. То есть, чтобы соотношение было, то есть, как мы уже ранее говорили, 1 к 5, вот, или 1 к 3, например. Ну, в зависимости от рыбы, от вида рыбы, от количества рыбы, то есть, насколько необходима продувка. Вот. Но мы такие ставим обычно литров на 300, на 400, вот, с малолистными циклидами. Итак, из чего же состоит помпа POWL 300-3? То есть это непосредственно головка с крепежной площадкой на присосках. Далее, значит, это опять роторная часть, в которой крутятся лопасти, обеспечивающие напор тока воды. Носик для крепления шланга под воздух и непосредственного самого якоря с ротором в виде магнита и крючатки пластиковой на металлической оси. Не будем вытаскивать резиночку, которая внутри, значит, по наружной покажем. То есть на концах оси вот такие резиновые уплотнители, скажем так, которые являются подшипниками и обеспечивают надежное крепление вала, то есть в корпусе помпы. Также, как во всех помпах, мы рекомендуем на два промывания губки фильтрующей или прочего фильтрующего состава делать одно промывание, то есть доставать якорь, мыть его от слизи и также мыть полость внутри помпы. Ну, теперь будем собирать в обратной последовательности. То есть при монтаже важно убедиться, вот, что вал встал на место. Вот. Иначе будет перекошена ось. И это приведет к выходу из строя. Значит, и проворачиваем на 90 градусов. Все. Вот мы зафиксировали роторную часть. Значит, в комплекте помпы идет шланг для подачи воздуха, который крепится подобным образом и выводится со шнуром с электрическим за пределы аквариума. На данном шланге имеется регулятор тока воздуха винтового типа, то есть ослабили винт, воздух сильнее идет, затянули винт, воздух идет слабее. Для того, чтобы меньше шумело, вот эту головку можно вот так снимать. Вот. То есть шум создает обычно вот эта прорезь, которая является как бы заборным отверстием. Значит, также и фиксатор на провод. То есть, когда вы за пределы аквариума вывели, вы вот таким образом застегнули, и провод стоит рядом. Далее, в комплектации 3, POWL 300-3, то есть ставится вот такой носик снизу. К нему, значит, прилагается, ну, необходимо приобрести, или, как правило, это есть, у всех фильтрующий элемент губка. В данном случае это мелкопористая губка для тонкой очистки. Вставляем, значит, носик в губку и вот таким образом, то есть,
крепим в аквариуме. Значит, в комплектации триэль, вот, к данной помпе прилагаются два вот таких пластиковых стакана. На одном из стаканов на дне нужно вытащить заглушку, вот такую, вот, на крышке она ставится в отверстие. Вытаскиваем на одной помпе, вот так стыковочным элементом соединяем. И соединяем эти стаканы с нижней заборной частью помпы. И вот в таком положении она стоит в аквариуме.